Которые мы все слышали, ну, совсем, вот, наверное, 10 лет, они куда-то зовут, что-то обещают, что-то такое неосознанное вот где-то маячит впереди или вдали. Вот. Ну и Юрий Кукин, город. На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечо. Фонарщик был должен зажечь, но фонарщик тот спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один без дороги во тьму. Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам. И что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает: ах, если б я знал это сам. Если б я знал это сам. Борис Вахнюк, «Сын неба». Может, рассказал камышку мне об этом? Может, я подслушал в шуме камыша? Девушка тоскует по земным рассветам, пепельные прятки вороша. Старинный приемник я вертел часами, различить парад старался в шорохе помех. Голос той девчонки с лунными глазами и слова шуршащие, как снег. А теперь поверю, все равно найду по неуловимым родным приметам синюю зовущую звезду. И звенел над миром, над тоской дорожной, над бедой и счастьем, в громе, в тишине, шепот отдаленный, медленный, тревожный, не давая оступиться мне. Назад. У тебя земные ласковые руки и костры зеленые в глазах. Не была дорога ни прямой, ни легкой, но не пожалею о такой судьбе. Пусть теперь другие ловят тот далекий свет звезды, что вел меня к тебе. Эти песни, от них не уйти, не уехать. Эти песни внутри, словно пульсом прибоя. Эти песни звучат несмолкаемым эхом,
отзываюсь на все, что случится с тобой. Мы не вечны, но в песнях навек остается, продолжая звучать наша радость и боль. Этот светлый родник нескончаемо льется, сколько б лет не промчалось над нашей судьбой. Неизменный Юрий Визбор, две песни. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня? Тишина. Немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь, что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя? Красота. Ты белое платье по миру проносишь и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог торжество, мы мчимся по ливням любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле ветровом. Какие слова у дождя? Никаких. Речной трамвай. По самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Ты Москва, речушка, не Нева, а мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. В летних парках развеселье дым, легка любовь, ненадежна грусть, а мы на это с палубы глядим, сюжет той пьесы зная наизусть. Наш вояж на счастье обречен, и не спугнуть бы это невзначай, и лишь плеча касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. От столкновений на бортах клеймо. У нашей судьбы словно корабли немного краски, временный ремонт, и вот опять мы в пламени ушли. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, не покинув тихий рай.
нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Конечно, огромное количество песен, значит, помимо того, что всегда у человека есть мечта, огромное количество песен написано о дороге к этой самой мечте. Вообще, тема дороги занимает в творчестве бардов огромное место. Вот, мы ее чуть-чуть коснемся. Она в какой-то момент даже уже перерастает просто в дорогу ради дороги, что, наверное, не совсем хорошо, но такое есть. Александр Городницкий. Аэропорты 19 века. Когда закрыт аэропорт, не в шумном зале вспоминается иное. Во сне летя во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеною. Поля пресные мокры, на стол верни ни огня, ни человека, а постоялые дворы, аэропорты 19 века, ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века, сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра. Куда, скажите, вы торопитесь, поручик? В края буванов и жары, под край начальства и под выстрелы облегов. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Не ехать, не идти, в любом столетии, в любое время года. Разъединяют нас пути, объединяет нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица навека. А постоялые дворы, аэропорты 19 века. Постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Привычно щелкаются здесь поэт с фельдъегерем, гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, и то за здравные печали лучше века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте, неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная, да булочник коллега. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Дальше немножко в той же теме эстетики Игорь Михалев, «Северная». От винтов доносится шум, значит, над дорогой зима. Семье тебе не пишу,
вернется сама. Ночи напролет, созевает ветер во зиму. Где-то самолет разрывает сна тишину. А у вас деревья сейчас разговоры ведут до зари. Солнце всходит в тысячный раз, если не зажглись фонари. Мне тебя найти не суметь, письма до тебя не идут. Может быть, на счастье тебе, только это мне на беду. А попробуй ветер схватить, привязать его к якорям. На снегу следов не найти, на снегу не встретить жилья. Кажется, что век, целый век, на земле не видно низги. Гонит ветер по голове кулаками снежной пурги. Кажется, что век, целый век, на земле не видно низги. Лупит ветер по голове кулаками снежной пурги. Вообще нет микрофона. Так, следующей песне микрофон нам нужен, значит, тогда может быть сделать хотя бы эту самую. Нет, надо сделать хорошо. Нет, пока знам 5. Надо сделать сейчас, тогда хорошо. Разводим. Нет, может, встанете тогда вот сюда. Пока вот сюда. Пока вот сюда. Все равно к следующей песне есть небольшая история, поэтому я ее пока расскажу. Значит, все эти песни о дороге, они, конечно, не могли не повлиять и на меня тоже, и о мечте. И, конечно же, навеянная книгами, песнями, какими-то историями, у меня тоже появилась мечта, у меня тоже появилась песня о мечте. Точнее, не песня, а стихи. Вот. Значит, и как стихи мне этого вполне было достаточно до тех пор, пока их не услышала Розочка Борисова. И она все мне говорила, ну надо тебе песню написать, надо песню написать. Работай. Вот. А мне было достаточно стихов. Но вот дальше она сама расскажет. Хорошо. Я Есть? Да. Ну да, у меня тоже была мечта всей жизни попасть на Чукотку, но не случилось. И вот когда я увидела стихи Миши Деева, воспоминания о Чукотке, узнала, что у него тоже такая же мечта, и тоже не случилось. Вот случилась такая песня. Воспоминания о Чукотке. Мы не случайно оказались на одной сцене. Ультрамарином полнится река, упруга, тяжела, неповторима, как будто вместе с нею сквозь века проходит время зримо и незримо. От первобытных выветренных скал, болот, холмов, кустарника и кочек, издалека в свою иную даль ему маршрут проложен одиночный, скупая первозданность бытия, пространство зыбкий, контуры нечеткие. Наедине с собою нынче я
среди пейзажей севера Чукотки. Горит костер на галечной косе, у речки безымянной и далекой. Я разгребаю августовский снег и жду почти неделю вертолета. Она, конечно, где-нибудь да есть своя географическая точка, куда однажды нужно в одиночку сбежать, устав от населенных мест. Одно лишь жаль, в далеких тех краях я не был никогда и вряд ли буду. Они моя мечта, моя причуда, несбывшаяся молодость моя. Они моя мечта, моя причуда, несбывшаяся молодость моя. Географические точки, они все равно находят, так же как песни, находят человека, который должен в них появиться. У меня случилась такая встреча лет 6 назад, я попал наконец-то в верхний тундр Кольского полуострова и понял, что это место для меня. Я в нем чувствую себя хорошо. И вообще тундра такое интересное место по одной причине. Тундра известное место. Видимость хорошая. То есть в хорошую погоду видно там километров на 10, 20, 30. И ты, в общем, понимаешь, куда тебе надо. Это где-то вот, ну, прямо чувствуется, что вот оно здесь. И интуитивно хочется просто побыстрее идти, и ты побыстрее придешь. Значит, через 10 шагов ты начинаешь понимать, что как-то тяжеловато. И через некоторое время, ну, если у тебя есть такая вот чисто инженерная обратная связь там от себя самого, ты начинаешь понимать, что она диктует тебе скорость передвижения. Ты, конечно, можешь пытаться быстрее, но, ну, либо просто вспотеешь, либо устанешь, и все. Потому что пружинищий мох, попадающиеся камни, какие-то болота, в результате, почти вне зависимости от твоей физической формы, ты приходишь к скорости примерно 2-2,5 километра в час. Все. Вот. Это такая наука, которая, вот ее в полной мере, наверное, познали северные народы, когда не надо пытаться выпрыгнуть из обстоятельств. Ну, они вот такие. Вот такая система тебе дана. И здесь, наверное, возникает еще одно интересное сравнение, такое физическое. Это явление резонанса. Мы, в общем, привыкли резонанс иллюстрировать, что вот мост, вот солдаты идут строем, значит, все в ногу, и мост рушится. Это такой пример резонанса, который описан во всех учебниках. Значит, другой пример резонанса – это качели. Когда ты уже раскачиваешь, то вроде бы не прикладывая никаких усилий, ты так вот качаешься. Движение есть, система работает, усилий ты не замечаешь. Это вот другая иллюстрация того же самого физического явления. Так вот, тундра заставляет тебя прийти с ней в резонанс или в гармонию. Вот. И сейчас прозвучит песня Юрия Хохликова на стихи Александра Городницкого, значит, «Тени тундры», в которой как раз есть вот эта интересная строчка, она ее понимает тот, кто знает. «Где с непривычки нелегко идти». Вот это самое, про это нелегко я, собственно, только что рассказал. В обхах и травах, тундра, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где волны, как каменные тумбы. Где с непривычки нелегко идти. Тень облака, плывущего на тундры, тень птицы, пролетающей на тундры, тень оленя, что бежит по тундре, перегоняют пешего в пути. И если как-то раз, проснувшись утром, след на час забыв о зеркале и пудре, ты попросила бы рассказать о тундре, и лист бумаги белый я нашел,
тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, тень оленя, что бежит по тундре, изобразил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, оставив место для ромашек белых, весь прочий лист закрасил бы я смело зеленой краской, радостной для глаз. А после, выбрав кисть, спешу потоньше и осторожно, краску взяв на кончик, я синим бы раскрасил колокольчик, и этим бы закончил свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен праздничный и мудро. Да, мир устроен праздничный и мудро. Пока могу я видеть каждый день тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственный тень. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. А рядом с ними собственную тень. Ну и, конечно, тундра красивая, вот это на стыке лета и осени. Очень это отдельная статья. Тундра осень приходит раньше всего. Она, правда, тоже там такая же короткая, как лето, но очень красивая. Снова клинт журавлиный кругами уходит в зенит, опираясь крылами на мощь восходящих потоков, чтоб вершины достичь, над которой лишь солнце звенит, и скользить с той вершины до дальних и ближних востоков. А и круг «Осенняя песня о зиме». Осенняя, над печалью морей, над осенними тенями. Я слежу, чуть дыша, за полетом на юг. Птичьи клинья спешат от метели в юг. И плывет чуть простуженный птичий горестный крик над морями, над сушею, на чужой материк. Ветер лист озер полосует морщинами, по утрам на костер ставлю воду с льдинами. И горят, и дрожат листья кленов берез, гасит пожар дождь потоками слез. Ветер сети связал в путях из осенних дождей. Он запутал меня в сетях ни надежд, ни путей. Но ведь это дожди, а они уйдут, уйдут, журавлей проводив, мир землям отдадут. И пойдут по снегам лыжные следы, нас ведь не испугать ватою из воды. Эта птица лететь на юг, нам их путь провожать. Это нам встречать время в юг и сквозь юги бежать. Это птицам лететь на юг, нам их путь провожать. Это нам встречать время в юг и сквозь юги бежать. Thank you.
песня была услышана мной, наверное, в числе первых песен Булата Акуджавы. Это был примерно 7 или 8 класс. И несмотря на то, что она скорее символистична, чем событийна, в детском возрасте обычно все-таки песни, наполненные событиями, больше запоминаются. Она оставила сразу какой-то очень прочный след, произвела очень глубокое впечатление. И, ну, с тех пор она во мне и поселилась. В ней какая-то очень такая правильная смесь трагедийности, правдивости, неизбежности и правильности. И даже если не разбираться, о чем именно она написана, вот это слияние, оно, наверное, каждым как-то ощущается. Вот сейчас мы ее и споем. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, что когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи, у жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, как все же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. Чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Браво! Ну вот гениальность Акуджавы заключается, собственно говоря, в том, что, казалось бы, мы только что пели песню про журавлиный след, про осень, про первые лыжные следы, и вдруг, практически не меняя вот этого интонационного поля, чуть-чуть так вот другие слова подставляются в риторику, и мы вдруг сразу же уходим в рассуждение о жизни и смерти. Ну, это действительно гениальность. И таким, собственно говоря, плавным поворотом мы подошли к блоку военных песен. Значит, мы его начнем песней Владимира Ландсберга. Вообще, бардами, конечно, эта тема была раскрыта очень глубоко и широко. Вот, ну вот, Владимир Ландсберг. Я ставлю тебе эхо лестниц, шорох перил, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворит. И стихи о любви на клочке папирос коробки, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил. И стихи
стихи о любви. На клочке папирос коробки я оставлю себе. Листопад, 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 запах майских ночей. И помятый в пути треугольник, может, вспомнишь, что взгляд, и ответы мои не в попад. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно, и вернуться на миг. Эх, лестниц шорох перил, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил. Рыжий пай, зеленый, нелепо торчащий пилотки, может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил. Рыжий пай, зеленый, нелепо торчащий. И таким плавным переходом мы, собственно, пришли к тому блоку песен, которые заявлены в афише как песни военных лет. Достаточно серьезная тема, особенно в тех условиях, когда память уничтожается повсеместно. Я думаю, что эти песни, они могут быть причислены, в общем-то, к рангу народных. Не потому, что авторы забыты, авторы, слава богу, известны, а именно потому, что эти песни в народе живут. И вот эта жизнь песен в народе – это такая живая память. Потому что можно разрушить физические там, какие-то памятники или объекты, но звучащее слово, оно является свидетелем очень серьезным. Если кто-то читал работы Вадима Кожаного, то как историк он даже привлекает для иллюстрации давно случившихся событий литературные произведения соответствующего времени. Вот, значит, и вот эти песни, которые сейчас прозвучат, они кажется, что являются именно такими. Соловьев Седой, на стихи Александра Чуркина, «Вечер на Риге». Прощай, любимый.
Маяковского. «Любимый город». Все знают эту песню в исполнении Марка Бернеса, мы ее споем хором. И, собственно, еще одна, наверное, такая ремарка. Михаил Кукулевич на своих выступлениях произносил эту мысль, что практически в любой аудитории можно петь военные песни, и они становятся хоровыми. Их подпевают. Но еще нету так той подлинной трагедии, которую народ ощутил несколько позже. Но трагедия случилась, и вместе с народом, который ее пережил, эту трагедию пережили поэты и композиторы, которые, собственно, об этом и смогли написать. И дальше, собственно, появились песни, которые, наверное, как у Булгакова, а не нужно никаких доказательств. Все очень просто. Анатолий Новиков на стихи Льва Ошанина. Ой,
дальше мчится, пылится, клубится, по кругом земля дымится, чужая земля. Жалуясь
товарищи мои. Случайный вальс. Марк Фраткин на стихи Евгения Долматовского. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком, недалек отсюда мой дом. Я короткого слова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет, снова в поход. Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Скажите хоть слово, сам не знаю о чем. С военными песнями основная сложность заключается в том, как выйти из этой темы. Это заметно, на самом деле, ну, на любых посиделках у костра. Мы, в общем, их часто поем. И вот нужен какой-то поворот, какой-то переход, который будет гармоничным. И нам, конечно же, опять поможет Акуджава. А что вели песни? Ну, конечно, нет. Надежда маленький оркестр. Конечно же. Когда внезапно возникает еще в неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людей. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все хрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Планет пробит, труба понята, вот как старый посох стёрт. На барабане швы разлезлись, но планетист красив, как чёрт. Влетист, как юный князь изящен, и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик. Правление в любви.
Но это еще не совсем финал. Конечно, закончить хочется романтической уверенностью Висбора. Причем несколько слов просто о том, как вот песни в программу вроде подбирались, но вот она, программа началась со строчки «Мне опять начинать все сначала», а в завершающей песне прозвучит словами Висбора примерно то же самое. «Друзья мои, друзья, начать бы все сначала». Я это обнаружил уже, когда... То есть песни уже были выстроены, но я это обнаружил уже, когда просто делал какие-то такие для себя пометки на комментарии. Ну, кроме того, на протяжении всей программы возникает вот это вот ощущение близкого лыжного сезона. Лыжные следы то там, то здесь, они присутствуют и в первом отделении, и во втором. Снег выпал, все, в общем-то, нормально. И в завершающей песне Висбора эти лыжные следы тоже встречаются. Это просто... Для меня это говорит о том, что, ну, программа получилась такая замкнутая. Я надеюсь, что интересная. Вот, и мы ее завершаем вот такой песней Юрия Осиповича. А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый-белый снег падет с небес десантом, чтоб черным городам придать голубизну, чтоб черным городам придать голубизну. И тучи набегут созвездиями гонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый-старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться бы на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи, и легкая лыжня помчится от дверей. И может быть, когда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней. Иначе, чем теперь, прожить остаток дней. Молодцы! Браво! Браво! В концерте принимали участие Галина Жданова, Андрей Богомолов, Ирина Коктюбина, художественный руководитель, наш идеолог нашего проекта Роза Чинбарисова и поэт Игорь Сидоров. Спасибо. Миш, можно здесь встали, пока у тебя на сцене? И надо сказать. Собрал нас Миша на концерт. Из струн гитарных переборов с друзьями зал околдовал душевным тихим разговором. Мир песен гитарных струн, он многолетний и душевный. Соединяет он людей, как фокусник и шар волшебный. Мы в нем немного отдохнем и дружно подпоем гитаре. А может, в юность попадем, года там душу не составим. Пройдем по свету и в горах, и реку проплывем в байдарке, на лыжах будем и в санях, и даже поживем в колодке. За это дружно скажем мы. Большое вам, друзья, спасибо. По свету люди пусть идут,
вместе. Дружба пусть дает всем силу. Спасибо. Спасибо вам.